Николаеве активисты демонтировали незаконный забор, которым местный депутат оградил участок возле квартиры в многоэтажном доме. Депутат горсовета затеял стройку год назад. Самовольно захватил участок земли и обустроил террасу. Его соседи и правозащитники все это время обивали пороги чиновников, но никто не захотел демонтировать незаконное сооружение. Люди взяли дело в свои руки и сегодня сами разобрали забор. Кирилл Ищишин продолжит. Дом, вокруг которого разгорелся скандал, в центре Николаева. Квартира в этом доме с видом на Букский лиман. Около года назад у жильцов этой хрущевки появился новый сосед. Депутат городского совета от партии «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко. Он купил подвал, а в торце дома якобы только на время перестройки крыльца поставил забор. Но его не убрали до сих пор. Внутри депутат обустроил уютный дворик с местом для парковки авто. Какой у меня может быть вид? Любуюсь на чужих собак и на две машины, которые ставит депутат. Жители дома говорят, депутат обустроил себе в подвале квартиру, а огороженную территорию используют как частную террасу. Это придомная территория. И любыми путями она не может быть его властностью. Вы посмотрите, и здесь все закрывается, здесь невозможно не подойти ничего. Жильцы вместе с правозащитниками целый год ходили из одной инстанции в другую, но жалобы результата не дали. Вот, например, реакция владельца террасы на критику во время заседания депутатской комиссии. Ты проходимец, бывший шулер картежный, бывший негодяй. Да, все. Люди, не дождавшись реакции местных властей, решили снести незаконный забор. Он сузил проезжую часть. А машина заезжается, бьет ребенка. А ребенок тот же самый мой выбежит, попадет под машину. Зачем это делать? Депутат Панасенко абсолютно наглым таким обманным путем захватил часть придомовой территории жителей, на которую он выстроил свое частное строение. Депутата в момент сноса ограды дома не оказалось. Ситуацию прокомментировал по телефону. По его мнению, это не частная терраса, а благоустроенный общий двор. Жильцы дома уже разобрали две секции бетонного забора, но, как стало известно, уже к вечеру. Вячеслав Апанасенко вернулся домой и во время ссоры с соседями ударил одного из них. Сейчас оба в центральном райотделе полиции. Подробности будут следить за развитием событий. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер, Николаев.